Приветствую вас. Меня зовут Ковшевников Сергей, завод «Стройтехника», вибропресса и бетонный завод «Рифей». Мы находимся с вами на испытательном полигоне завода «Стройтехника». Сегодня знаменательный день. Закончились ресурсные испытания нашего нового вибропресса «Рифей Вектор». И я спешу поделиться с вами этой новостью. Все, «Рифей Вектор» запущен в серийное производство. В конструкции пресса внесены корректировки и доработки, которые были выявлены за время продолжительных ресурсных испытаний на этом полигоне. 3 месяца вибропресс «Рифей Вектор» работал под нагрузкой и в холостом режиме. Были отработаны все возможные режимы формовки изделий, выпускаемая продукция прошла лабораторные исследования. Подтверждено высокое качество получаемых изделий. «Рифей Вектор» будет выпускаться в 3 вариантах – механизированный, полуавтоматический и автоматический. На этом испытательном полигоне представлен механизированный вариант – вариант начального уровня. Видео с подробностями о всех особенностях и преимуществах вибропресса «Рифей Вектор» я сделаю чуть позже, а пока предлагаю вам познакомиться с ним в деле.